Всем привет! Как у вас дела? Кто первый раз на моем канале? Меня зовут Ксения, я живу в Италии, в городе Гены, и мы продолжаем искать квартиру. И сегодня мы отправимся смотреть очень красивую квартиру в городе Гены, возле моря. Можно сказать, это центр города. Она стоит 550 тысяч евро. Позвонил агент по недвижимости и сказал, что вы будете просто влюблены в эту квартиру. Она уже с ремонтом, с шикарным новым ремонтом. Мы ходили уже с ним смотреть другие квартиры с ремонтом, скажем так. Но получается, этот ремонт, может быть, был сделан 10 лет назад, то есть это не новый ремонт. И этот ремонт сделан так, что вот нам он не нравился, да? Ну, у каждого свой вкус, то есть кто-то любит классический, кто-то любит хай-тек, да? Вот мы ходили смотреть такие квартиры, которые нам были новые, с ремонтом, но нам не нравилось. У каждого ведь свой вкус. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. Вот. Ну, в общем, он сказал, что мне очень понравится и моему мужу эта квартира. Там две ванны, отдельная кухня, три большие спальни и двойная большая комната. В этой квартире есть две террасы. Он сказал, что это последний этаж. Поэтому, в принципе, как он мне объяснил, мне все подходит в этой квартире. И район, и все. Единственное, конечно, что нам не подходит, это цена. Стоит эта квартира 550 тысяч евро. Но я слышала, есть такие случаи, когда людям нужно продать срочно, и они продают даже в половину. Поэтому мы сейчас пойдем и спросим, какая там ситуация. Ну, в общем, идем смотреть. Я, конечно же, еду заранее. Попросила свекровь забрать Камилочку из школы и посмотрю район. Я потом покажу по карте и покажу потом план. Вот, если они мне дадут. Вот так вот. Так что вы готовы посмотреть, как живут итальянцы за 500 000 евро? Все, поехали! Ну что, друзья, я приехала на место встречи с агентом. Я приехала намного заранее, жду Серджио с работы. Конечно, наверное, будет темно, но все-таки, надеюсь, вам все это покажу. Пока нет полиции, сниму чуть-чуть маску. Расскажу вам про район. Прогулялась я по району. Здесь, конечно, все-все есть. Бары, рестораны, какие-то продуктовые магазины. Аптека, салоны красоты. Вот, в общем, все-все здесь есть. Прогулялась я до близлежащей школы, в которую мы хотим отдать Камилочку на следующий год. И до нее идти по такой крутой лестнице, около 200 ступенек. Это мне не очень понравилось. Конечно, район хороший, но вот путь к школе и обратно не очень хороший. Вот. А все-таки это важно. Я хочу, чтобы она ходила в школу совсем-совсем рядом. Чтобы дети приходили после школы, учили вместе уроки. Жду уже, я замерзла, Серджио и агента. У нас в бары заходить нельзя. Можно только брать все на вынос. Я уже и кофе, и чая напилась. Вот. Сейчас пойдем смотреть эту квартиру. Вот этот дом. Новый дом, очень классный. Здесь все так аккуратненько. Много магазинчиков, ресторанчиков. Сейчас я вам все покажу. Оставайтесь со мной в конце рум-тур. Подъезд, смотрите, какой красивый, чистый подъезд. Здесь лифт. Тут вход в подъезд, лифт, да, который тебя везет вниз, в
подземный гараж, то есть ты заезжаешь машиной в подземный гараж, потом оттуда, не выходя на улицу, по лифту поднимаешься на свой этаж. А можешь зайти тоже с улицы в этот подъезд, видите? А вот заезд в один гараж. Здесь у каждого владельца квартиры есть свой пультик. Ты заезжаешь на лифте, поднимаешься в свою квартиру. Смотрите, какие цветочки, все ухожено, чистенько, красивенько. Итак, дорогие друзья, план мне не дали. Этой квартиры, посмотрите, какой прекрасный план мы нарисовали для вас с Камилой. Поставьте сразу лайк. Смотрите, какая у нас прошла работа. Итак, мы заходим сюда. Фиолетовым мы обозначили коридор. Здесь у нас встроенный шкаф. Посмотрите, какая уже двойная входная дверь. Деревянные встроенные шкафы, все выключатели, паркет потрясающий. Дальше мы проходим в первую спальню. Здесь у нас встроенные шкафы. Это когда-то была как не гардеробная, а кабинет какой-то, да? Здесь выход на террасу. Мы заходим с вами в первую спальню. Смотрите, здесь сколько встроенных деревянных шкафов. Это когда-то был архив. Выход на террасу. Металлопластиковые окна очень хорошие. Большая терраса. Здесь у нас открывается вид. К сожалению, Серджио приехал поздно. И нам не удалось посмотреть эту квартиру, эту террасу днем. Но я знаю этот район. Это просто потрясающе. Здесь рядом море. Рядом магазины и центр. Здесь мы проходим в узкую часть этой террасы. Заворачиваем, и здесь открывается красивый вид на Геную. Вот там вдалеке находится школа Камилы, к которой нужно идти по ступенькам. Возвращаемся в первую спальню. Конечно, мне все эти шкафы, если честно, не нужны. Они включены в стоимость, но они мне не нужны. Вот такие двери, да. Здесь вторая спальня, встроенный шкаф. Выход опять же на большую террасу. Заходим во вторую спальню. Здесь встроенные шкафы, которые включены в стоимость. Металлопластиковые окна, кондиционер, хорошая батарея. К сожалению, света нет. Здесь мы выходим в второй коридор. Здесь можно поставить тоже какие-то встроенные шкафы. И здесь вход в салон, либо же большая комната. Здесь есть большое окно двойное. Здесь выход на узкую часть террасы, это все соединено. Здесь выход на большую часть террасы. И здесь еще выход на второй балкон. Мы проходим в большую комнату, в салон. К сожалению, я извиняюсь, нету света. Здесь давно уже никто не живет, поэтому нет света. Здесь у нас угловое двойное окно с выходом на террасу, на узкую часть террасы. Там дальше будет балкончик, видите, вот она такая двойная. И здесь такой маленький выход на большую-большую террасу, где мы собираемся проводить много времени, обедать, ужинать, завтракать, загорать, веселиться и все остальное. Потрясающий паркет. Здесь батареи тоже классные. Здесь у нас балкончик такой. Здесь они оставили какие-то цветочки, кактусы. И здесь выход в кухню. Так, давайте зайдем на кухню с балкона. Маленькая очень кухонька, маленький столик. Здесь тоже ящички. Но смотрите, это все равно оно не новое, не совсем современное. Да? За такие деньги все-таки хочется, чтобы это было новье. Хорошие батареи. Выходим в коридор. Здесь вход в кухню.
Давайте зайдем в кухню из коридора. Видите, такой здесь маленький столик. Маленькая все-таки кухонька. Здесь у нас духовка новая. Плита. Она, конечно, новая, но сколько ей лет? 5-10 лет, да, здесь посудомоечная машина. Все-таки этим кто-то пользовался до нас. Здесь вход в третью спальню. Здесь идет платяной шкаф, встроенный стол, полки. Заходим в третью спальню. Конечно, двери немножко доисторические. Мне бы хотелось другие какие-то, более современные. Окна мне нравятся. Из третьей спальни выход на второй балкон. Какой-то здесь ремонт нужно сделать. Здесь вода. И видите, здесь стол, полочки какие-то. Конечно, они, если честно, нам не нужны. У нас все это есть. Это включено в стоимость, но это нам не нужно. У нас есть своя мебель. Здесь такой встроенный платяной шкаф потрясающий с зеркалом. Конечно, он классный. Qua è bello che non c'è niente da fare. Sì, anche mobili. И отсюда, прямо напротив кухни, идут две ванные комнаты. Когда-то это была одна ванная комната. Здесь выстроили такую полупрозрачную стеклянную перегородку и сделали два санузла. Заходим в первую ванную. Смотрите, здесь как все красиво. Полочки уже. Кафель, привет! Смотрите, какие здесь смесители, ванная, унитаз и биде. И вот эта полупрозрачная перегородка, о которой я говорила. Здесь заходим во вторую ванну. Двери так себе, если честно. Очень-очень маленькая ванная. Раковина. Душевая кабина и унитаз. Все. Беды нет. Ну что, вам понравился рум-тур? Я считаю, что за эти деньги, то есть агент сказал, что люди там не спешат продать эту квартиру. Может быть, они скинут 50 тысяч евро. Но мне кажется, за 500 тысяч квартира все-таки не идеальная. Чем она не идеальна, на мой взгляд? Во-первых, там это ванная, да, она была, это одна ванная, которую разделили стеклянной перегородкой, как вот вы видели. И получается, из одной большой ванны сделали две. Я бы, конечно, хотела, чтобы это было две полноценные ванны, которые находятся в разных концах квартиры. Одна, может быть, находится возле большой комнаты, либо прихожей. И другая в зоне, зона нотте, они говорят, в зоне спален, да. Потом эти две ванны находятся прямо напротив кухни. То есть все-таки как-то не очень. Третий минус, то, что все-таки кухня там очень маленькая. Для того, чтобы ее соединить с этой большой комнатой, нужно выбивать стену. На кухне плитка не очень хорошая, то есть нужно тогда в кухне добавлять этот паркет, то есть это уже ремонт. А цена, если за эту цену, мне кажется, нужно, чтобы это было вау, чтобы это было все новое, новое, приновое. Вот, дорогие друзья, кухня моей мечты с островом, с барными стульчиками, соединенная с большой комнатой, с большими окнами, чтобы это был open space. Напишите свои комментарии, как вы выбирали квартиры, что вам понравилось, что вам не понравилось. Напишите, как вы считаете, что важнее при покупке. Спасибо вам, что провели это время со мной. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Целую, обнимаю всех. Пока! С вами была Ксения Кюн и мой влог из Италии. Чао-чао!